А в Усть-Куломском районе обновлена автодорога Сыктывкар-Троицко-Печорск на участке Сыктывкар-Пузла-Крутая. Его протяженность 12 километров 100 метров. Работы проводились в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Готовность 92%. В полном объеме ремонт подрядчик завершит к началу июля. Идут работы по укреплению обочин, монтажу металлических барьерных ограждений и водосбросных лотков. Минстрой Коми в ежедневном режиме контролирует соблюдение графика работ.